с вами Джулай Дэнсфэмили, сегодня разберем хореографию Aespa Illusion. Итак, наш кусочек будет достаточно легкий, будет повторение. Я разберу как и сольную партию всего припева, так и просто обычные движения, не за соло-партию. На заднем фоне у меня кисонька, если что, не обращайте на нее внимания. Итак, наш кусочек будет начинаться с того, что у нас руки будут подниматься, опускаться перед собой, собираясь в крест. И пальчики мы тоже собираем, чтобы у нас оказались кулаки. А чаще всего левая спереди, но есть дамы, которые делают таким образом. Но мы будем делать вот так, да, то есть у нас левая была спереди. И после того, как мы собрали ручки, у нас на счет 8 акцент в правую сторону. И после этого у нас будет раскрытие и, собственно, сам припев. Да, то есть еще раз. 7, 8 и 1. После этого у нас идет шаг на правую ножку вперед. И у нас ручки с креста идут в стороны. Да, такие хопа, распахнули. И дальше у нас ничего не происходит с руками, мы шагаем. И когда мы будем шагать снова на правую ножку, когда она будет подниматься, там будет хей. На хей нам нужно сделать акцент головой и дальше шагнуть на правую ножку. И последняя левая ножка, это будет подставное движение, да, то есть у нас ножка должна оказаться, я вышла очень вперед, оказаться вот в таком положении, и здесь уже будет движение руками. Да, то есть еще раз, вот отсюда па-бам у нас было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, то есть вместе с последним четвертым шагом у нас правая рука идет по себе, раскрытая в ладони. Дальше за ней следует, ей освободили здесь место, за ней следует левая ручка. И дальше они чуть-чуть отходят, да, от тела, чтобы нам было удобно. И мы их закрываем, раскрываем, закрываем, раскрываем. То есть у нас два акцента. Тун-тун. Тун-тун. Вот, да. Нам нужно закрыть, да. Пам-пам. Да, то есть везде, где будут такие ручки, у нас движение будет два раза, и руки будут собираться. Угу. Пам-бам. Вместе с этим идет голова просто в сторону. То есть не как акцент, да, был в начале, а именно просто наклонили и вернули на центр. Угу. Дальше нам нужно будет развернуться. Здесь у нее будет перестроение. Нам нужно будет развернуться, чтобы у нас центр оказался в левой стороне. И здесь за такт ногой будет разный, если посмотреть их выступление. То есть здесь можно, в принципе, делать так, как вам будет удобнее. Замах идет именно рукой вот в таком положении. Да? То есть у нас ручки будут по очереди сгибаться в локтях. И правая должна оказаться первая, которая будет сгибаться. Вместе с этим ножка. У кого-то идет вперед, у кого-то идет уже согнуто в таком положении. Суть движения отсюда – это как замах за такт на основное движение. Нам нужно сделать та-дан. Да, то есть у нас как бы перенос веса идет на правое бедро. И дальше мы меняем сторону. Ту-ду-ту. Да, то есть должна уже оказаться эта рука согнута. Естественно, у нас мы присаживаемся на левое бедро. Да, то есть вот в чем смысл движения. И то есть кто-то отсюда начинает его делать, кто-то отсюда начинает его делать. Поэтому выберите то, что вам будет комфортнее. Па-ба-бам остались здесь. То есть у нас та-да-дан, та-да-дан. Вот здесь движение. Дальше мы вырастаем, но с ножки просто на центре. Показываем пальчиком на центр. После этого рука у нас вдоль тела убирается. И мы прокидываем ножку в сторону. То есть у кого-то она прям ровненькая. Я, к сожалению, не могу так сделать. Там, по сути, да, должна быть ножка у вас прям ровная. Но мы ее, короче, как будто что-то смахиваем в левую сторону, разворачиваемся, естественно, на центр. И после этого движения нам нужно ножку убрать назад, чтобы мы с нее начали шагать. Здесь самое главное, да, не шагать сразу. То есть мы сделали это движение. Больше здесь ничего не работает, ни голова, ни руки. Будет снова хей. На хей у нас рука перед лицом левая, да, и здесь нужно следить за локтем, чтобы он был не вот так, да, а четко в сторону. И сама ладошка, естественно, у нас у рта, как будто мы кричим. Вот, и в этот момент у нас ножка в воздухе, то есть мы не сразу ее ставим. И дальше после этого движения спокойно идем шаг, шаг, и на третий шаг там будет па-бам. Да, то есть мы снова делаем эту ручку, которая была у нас в самом начале. Угу. И дальше у нас будет переход. Кстати, вот здесь на 7-8, если за соло-партию, там у девочки иногда есть взмах рукой. Но на некоторых выступлениях она просто как все переходит. Поэтому, если что, здесь можно сделать взмах рукой, либо вот такой вот акцент, то есть па-бам. И сам переход. Давайте еще раз соберем все, что мы только что разобрали. У нас идет 7-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
переход сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Угу, да. То есть вот этот вот первый наш затак сюда, это будет раз, два и три, четыре. Вот сюда. Мы будем с вами ручки выводить наверх. И у нас движение все будет через небольшую дугу. То есть мы бум-бум-бум-бум. И что дальше, когда будет меняться движение, будет то же самое. Да, у нас движение первое наверху 4 раза. То есть мы бьем в правую сторону, в левую сторону, в правую сторону, в левую сторону. И с левой стороны через кружочек руки будут идти ближе к грудной клетке. И у вас руки не должны подниматься до уровня плеч. Да? То есть вот их штучка. То есть она не вот здесь, она максимум вот здесь. И то же самое по сторонам. Будет 4 движения, право-лево, право-лево. А ножки у нас работают следующим образом. Мы наступаем, как бы техника движения, да, наступать, я пока развернута центр, да, наступаем, допустим, да, на правую ножку с носочка и выдавливаем как бы нашу противоположную ножку в сторону. Она отъезжает в сторону на пяточке. Да. И дальше, когда она идет на центр и также через носочек полностью встает вся стопа, у нас в этот момент разворачивается правая в сторону пяточки. То есть это техника самого движения. Но то, что очень быстрый темп, там максимум, да, это то, что вы можете сделать, это пяточки. То есть само движение на пятках. И из-за того, что у них в большинстве случаев очень неудобная обувь, вообще не видно подобного движения. То есть просто видно, как у них переносится вес ноги на ногу. Да, поэтому сама техника движения я показала, да, если будете успевать, будет супер. Если нет, то вот их движение, по сути, да, то, что они делают и перемещаются таким образом. Угу. То есть мы были здесь, пам. У нас идет движение в правую сторону, ножки у нас будут первый раз идти в левую сторону. Это наше первое движение. Раз, два, три, четыре. Ничего не меняется. Дальше. Пять, шесть и семь, восемь. На 7-8 нужно развернуться в другую сторону. Угу. Закончили вот здесь. Дальше. Ножки делают у нас постоянно одно и то же. Меняются только руки. Мы пришли сюда. И у нас идет первое движение. Сюда, 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 сюда. Вместе. Пам-бам. Угу. Полюгат будет. Угу. То есть еще раз. 7-8. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз. Да. То есть мы сделали вот это движение. Ножки у нас сделали то же самое. Дальше нам нужно правую ножку увести в сторону, чтобы там было удобно. И руки с этого положения идут на грудную клетку, скользят по себе до самых ножек. Да, то есть нам нужно отсюда упасть. Да. Угу. Здесь можно небольшой акцент сделать головой, то есть хоба от рук, как бы мы уходим и пам сюда присели. И отсюда будет уже еще следующая часть. Угу. Мы вот здесь с вами остановились и мы делаем следующее движение. У нас левая рука должна оказаться на левом плечике, правая рука взмахивает у нас наверх. Угу. А вместе с этим у нас поднимается правая ножка. Пум. То есть мы ее выворачиваем. Руки у нас опускаются, и если у нас не соло-партия, мы просто делаем еще раз это движение, еще раз это движение. Техника движения заключается в том, что после того, как вы выкинули ножку и поставили ее, на место правой ноги должна прийти левая, то есть как будто левая сбивает правую со своего пути и встает на ее место, а правая ножка у нас поднимается наверх, да? И после этого еще одно движение, то есть всего таких движений ножек 3. А, третье мы доделали, дальше вес у нас просто переносится на правую ножку, левая поднимается, и здесь мы снова показываем пальчиком на центр. Тыкнули, дальше у нас идет небольшой переход, где у нас ничего не происходит, и снова рука по себе, пам-пам. Угу. И самая последняя часть у нас осталась. Разобрали мы с вами всю последнюю часть, которую сейчас показала. А здесь есть тоже соло. Если отсюда у нас есть сольная партия, то после того, как мы скинули ручки вместе со всеми, на вторую ножку идет акцент пам. А, то есть рука идет наверх, и иногда девочка делает вместе с рукой акцент головой в эту же сторону, да, то есть к руке пам. И дальше со всеми переходит уже на следующее движение. Тык пальчиком, па-ба, па-бам.
Угу, да, это еще одна небольшая соло-партия в этой части. Последняя часть. Если у нас не соло, то здесь у нас ручки остаются вдоль тела после того, как мы сделали еще раз вот эти вот ручки. И мы делаем только бедра. Лево, право, лево, право. Здесь очень такое томное движение. То есть даже когда у нас появится рука перед лицом, это тоже должно быть, да, не резко и не очень быстро, то есть очень плавно, как будто мы в гипноз заводим, да, там, в принципе, суть песни в этом, поэтому у нас достаточно медленное движение, мы делаем пам, 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 пам. Дальше ножка у нас оставляется, вес остается на левой ноге, и у нас оставляется здесь рука, пам, перед лицом, и после этого мы делаем па-бам, да, то есть мы вывели вместе с ножкой пам сюда, та-да. Дальше мы берем себя за плечико, разворачиваем и по очереди собираем пальчик. То есть мы раскрываем руку и делаем ту-ду-дун и разворачиваемся снова на центр. И дальше здесь переход, но я просто буду стоять на месте. Пам! Выводится рука перед лицом. И суть движения рукой именно кисть делать. Па-бам, да, то есть она идет вперед. Ладошка как будто сюда потянули, потом потянули за ту сторону, а вывернулась в другую сторону. Это вся часть зафиксирована, то есть не нужно всю руку делать. Здесь па-ба-па-ба. Можно закрывать себе одну половинку лица, то есть некоторые прям делают у правого глаза. Угу. Да, и то же самое бедра. Здесь у нас руки и бедра. Пум, 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 пум. И дальше то же самое. Отставили, па-бам, взяли за плечико, развернули, собрали пальчики. Это не соло-партия. Соло-партия. Мы пришли сюда, па-па-бам, у нас сразу выводится рука. И мы делаем то же самое движение. Раз, два, три, четыре. Хоп. Та-да, взяли себя за плечико, развернули, и здесь мы кого-то зовем к себе, па-бам, да, то есть два пальца на правой руке, ту-ду. Развернулись также на центр, да, то есть девочки вот так вот делали, мы вот так позвали к себе, хоба, и делаем все вместе то же самое, пам, 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 развернулись, та-да, за плечико и еще раз позвали. Это вот вся разница соло-партии и не соло-партии. Окей, давайте соберем все от начала до конца. Мы все разобрали, это все. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, па-бам, взяли за плечико, развернули, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Угу, да. Я сейчас примерно показала такую среднюю партию, потом под музыку я буду по очереди сначала делать, да, то, что не соло, потом соло, не соло и соло. Угу, хорошо. Собираем этот кусок под 50, 70, 85 и 100%. Yeah.
Is it easy? Now move your shoulders.